В результате проведенных работ мы получили единое историко-туристическое пространство всепогонного использования. Этот проект был очень хорошо поддержан жителями нашего города. У нас здесь расположена детская современная игровая площадка. И в целом веневцы очень довольны, что благодаря конкурсу у нас появилось новое общественное пространство. И самое главное, конечно, я хотел бы выразить огромную благодарность правительству Тульской области и лично Алексею Геннадьевичу Дюмину за его активное участие, за его поддержку этого проекта. И главное, что наши дети счастливы, что у них появилось еще одно место, где можно повеселиться, поиграть в любое время года и в любое время дня и ночи.